Добрый день, меня зовут Лимаева Екатерина. Я автор проекта «Душевная выставка о людях, которые сильнее обстоятельств». Цель выставки — рассказать о людях с редкими заболеваниями, о том, что они есть в обществе, и рассказать о достижениях иноспортсменов. Идея пришла мне, основываясь на собственном опыте. У меня болезнь Гинтингтона, которая передалась от папы. Когда он выходил на улицу, мы не могли спокойно гулять, потому что люди поворачивались на него, смеялись, задевали. Полиция проверяла, трезвый ли он, выгоняли из общественных мест, не пускали в городской транспорт, в общем, относились не по-людски. Вот. И после этого как бы запало этот момент в душу и захотелось сделать какие-то проекты, которые бы рассказали людям о том, что есть такая проблема. 28 февраля – Международный день людей с редкими заболеваниями. И хотелось именно вот к этой дате открыть выставку, чтобы как раз часть ее была посвящена этому событию. Начался активный поиск участников, волонтеров, людей, которым помогли бы этому проекту. Также еще была задумка сделать видео, которая бы рассказала историю участников обязательно, не только в формате фотовыставки. Ну а дальше уже началась реализация. То есть на этой выставке будут представлены иноспортсмены с нашего края, которые имеют большие успехи на всероссийском уровне, на мировом уровне. Они замечательные, они трудолюбивые, у них каждый день идет преодоление преград, работа над собой, физическая и моральная. Поэтому они будут очень таким хорошим мотиватором для тех, кто пытается начать что-то делать, но сомневается в своих силах.